было два двора, и здесь была только одна горка, и все. До прошлого года все дети мои и другие дети играли в соседнем дворе. Теперь с соседнего двора приходят к нам все. Мы совместно с подрядчиком работали. Мы даже выходили ночью, охраняли эти конструкции. У нас было дежурство. Где-то нужен был ручной труд. Мы вышли всем двором и помогли, принимали активное участие. Специальный пляж, где можно купаться, был полностью гладь воды, заросшая камышом. Берег был покрыт травой, песка практически не было. Как пляж, это место люди практически не посещали, так как купаться было невозможно. Люди искали где-то в другом месте, в неофициальных местах, где купание запрещено. Большинство, если честно, не верили, что проект будет реализован. Думали, это как обычно, это поговорят, и на этом все утихнет. Но нет, все реализовано даже в большей мере, чем я планировал. Очисткой дна помогла Евразийская энергетическая корпорация, дали земснаряд. Большое количество денег сэкономилось, и за счет этого с подрядчиками были согласованы изменения, и были построены качели, лавочки, навесы. Даже не верится, что это благодаря моему проекту, благодаря моим усилиям все это построено. Раньше, получается, на этом месте был пустырь. Маленьким детям негде было играть. Ближайшая площадка у нас находится через две дороги, то есть для детей это опасно переходить. И поэтому у меня созрела идея улучшить наш двор. И тут я случайно узнала, что есть такой проект, который называется «Туган-Кала», и я решила в нем поучаствовать. Все, что задумано, было реализовано. Самой большой проблемой стало увеличение цен. И, соответственно, пришлось уменьшить объем площадки. В этом году планирую участвовать в этом проекте. Будет дальше футбольное поле для благоустройства нашего двора. Нашему руководству, акимату, не всегда видно и понятно, чего хочет город, чего хотят люди. Здесь инициативы исходят именно от народа, от людей. Какой проект набрал больше голосов, он реализуется, значит, действительно это нужно нашим людям. Двор мечты, еще нужно минимум 3-4 проекта, наверное. Хотелось бы, чтобы здесь было зелени побольше, брусчатка, стоянки, парковки, где будет установлена камера. Тем самым разгрузить двор. Ну, Хромтау последние 2-3 года преобразился. Появляются новые возможности у нас, у людей, у работников, у жильцов, у молодежи. Я столкнулась для себя с новым. Для меня было интересно проектировать его, искать, там что-то узнавать. Для личного развития очень хорошо и для жителей города. То есть элементарно, если вы хотите сделать город лучше, но своими силами вы не можете это сделать, на это есть такой проект, как «Туган-Кала», и он воплощает ваши мечты в жизнь.